Смотри, как у вас получилось. Я думала, вот. Я у Лейлы получилось. Лейла, бал. Это следующий рисунок будет у нас леденец, конфетка, что угодно. Сейчас мы будем конфетку рисовать. Будем. Старт, все. Сейчас будем рисовать, я буду леденец. Ребята, время пришло. Вот, я когда рисовала, девочки, ставьте сюда рисунки свои. Леденец. Как думаете? Я думаю, у меня. Я думаю, у меня. Я думаю, у Хадишки. Я думаю, у Хадишки. Алима, твой голос не читает, ты не играешь. Считай. Сейчас мы будем кошку рисовать следующим. Все, раз, два, три, старт! Мы рисуем кошку. Ребята, я закончила. Вот такая у меня кошка. 11 секунд, 10 секунд осталось, уже 9. Вот мои сестренки. Вот мои подруги. Я сейчас буду еще исправлять что-то там. Ребята, время истекло, вот все. Покажите свои рисунки. Вот. Голосуй за пачку. Вот мой рисунок, вот мои сестренки, а вот мои подружки. Я голосую за себя. За пачку. Я за пачку. Я за пачку. Я за Хадижку. Я за пачку. Все за пачку, милая. Сейчас мы будем пончик рисовать. Раз, два, три. Рисуем. Все, ребята, я вот так нарисовала 20 секунд. Осталось 14, уже 19, 17. Сейчас я что-то исправлю. Время вышло, ребята. Вот. Отменить. Все, все показывайте. Вот мой пончик. Да. Вот мои сестренки, а вот мои подружки. Как думаете? Я за себя. Патя, Патя. Вот Пачкин. Патя, вот Патя, Патя. Я за себя проголосую. Я за себя. Хочу. Ребята, сейчас мы будем рисовать предпоследний рисунок. Это яблоко, а последний ребята, будет бабочка. Сейчас мы будем. Старт. Раз, два, три, старт! Рисуем! Ребята, все, время истекло. Вот. Все показывают свои рисунки. Вот мое яблоко, вот мои сестренки, а вот мои подружки. За себя. Я за себя. Я за Хадишку. Я за себя. Я за себя. Хадишку. Два. Сейчас будет последний рисунок. Это бабочка. Все, все готовы? Подожди, да. Подожди. Все, ребята, раз, два, три. Все. Ребята, я закончила, все. А время истекло. У меня узор. Покажите, нету. Покажите все свои рисунки. У кого, у меня? Да. Я голосую за себя. За себя. Я за себя. За пачку. Вот пачку. За Хадики. Все, ребята, вот наши рисунки. Спанч-боб. Все их не. Вот. И котенок. Ребята, в итоге я выиграла в этом конкурсе. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто выиграл. У меня 8 баллов, у моей сестренки 5 баллов, а моей подруге 7 баллов. Ну, я выиграла. Всем пока-пока!